Привет, мои хорошие. Решила проветриться немножко, выйти. Ну вот, видите, какая у нас погода. Кругом лежит снег. Ночью мороз минус 11 был. Вот. Так что теперь ни уточек, ни курочек никто не ходит гулять, не кудахтает. Морозно сейчас минус 3, по-моему. Думаю, ну, потеплело чуть-чуть, надо пойти проветриться, посмотреть, что в магазинах, может быть, там что-нибудь поснимаю, если получится. Ну, в общем, так вот. Если хотите, пойдемте со мной. Смотрите, на речке у нас. Сейчас через мостик иду. Лед по бокам. Вот. А серединка только не застыла. По краям лед. Первый раз так вот. Ну, застывало как бы иногда, когда сильные морозы были, но поменьше. А сейчас почти вот до серединки. Смотрите. Елочки стоят у нас все зеленые, в снегу. Вот так вот в центре. Дошла до центра. Вот. Магнит. Но я туда сейчас попозже зайду. Зайду сначала в аптеку, пройдусь. Ну, а тут что-то прям безобразие. Горы снега намели. Вот. И тропинки-то нету. Придется обходить вот эту горку. А здесь у нас почта, парикмахерская. Ну, сейчас все закрыто уже. Елочки эти, какие высокие. Не елочки, а это... Ой, блин, забыла ж, как они зеленые-то вечно. И летом, и зимой. Березка голенькая. Ну вот, и наша аптека. Красота, да? Прям вообще вот как зимняя сказка. С одной стороны, хорошо, когда снежок, чистенько все. А с другой стороны, как-то уже, знаете, отвыкли. Как-то необычно, непривычно. Смотрите, как все. Парк. То была травка зеленая, все. А сейчас нету этого. Вот так вот. Ну что, пойду сейчас я до магнита дойду. Куплю там. Молочка, что-то я блинов так захотела. Может, блинчиков сегодня испеку, не знаю. Хотя я вчера торт делала, у меня торт есть. Но вот все равно почему-то хочу блинов. Пока полистаешь в интернете всякие эти... Вот увидела блины, что-то мне прям захотелось так. Вспомнила, что у меня нет краски для волос. Но ту, которую надо, я не нашла. Вот. Мне нравятся вот эти вот скрабы. Для лица. Вот, очищающий с абрикосовой косточкой, погрубее, с малиной, вот помягче. Очень нравится. Я все время покупаю. Так, еще мне хочется формочку для выпечки посмотреть. Квадратная. Но вот я здесь их не вижу, квадратных. Продолговатые есть.
А вот квадратные разъемные я где-то видела в каком-то магазине. Не знаю. Нет, такая не хочу, но такая есть. Не то. Все не то. Такая маленькая, 649 рублей. Ну, маленькая она. Ну, в принципе, так вот, для двоих на один раз только покушать, что-то сготовить. Вот эти вот такие удобные тоже. Микроволновку ставить, разогревать хорошо. Ну, вот такая кастрюлька дома. Вот такая вот есть. Тоже для микроволновки подходит. Так. Ну вот, в общем, мои хорошие, пришла я домой уже, все. Скупилась немножко, так прогулялась. Взяла вот, закончилось чистящее средство. Краску нашла ту, которую... Вот красное дерево 510 фара мне нравится. Я уже ей сколько времени крашусь. Мне она очень нравится. А тут перед Новым годом взяла другую. Совершенно не подходит она мне. И волосы стали вырезать. Взяла морскую соль для ванны. Без всяких отдушин, без добавок. Взяла туалетную бумагу. Кошкам взяла корм. Молоко не забыла. И фарш взяла готовый. И вот взяла антизасор. Ну, не то, что прочистить, а не, ну, чтобы запах удалил, и как бы как-то неприятно стало в ванной, я и это, и в раковине. Я частенько покупаю и засыпаю на ночь. Ну, и мыло взяла простое. Ну, в общем, вот так все мои покупочки. Все уже дома. Сейчас хочу, сейчас отдохнуть надо немножко, а потом уже, может быть, блинчиков там или буду, не буду, не знаю. Сейчас попью еще чай, может, вообще расхочу. В общем, вот так вот. Всем пока, до новых встреч!